Дорогие жители Верхневолжья, сердечно поздравляю вас с праздником Светлого Христова Воскресения. Святая Пасха символизирует победу добра над злом, торжество жизни и спасение мира. Великий праздник вселяет в нас веру в будущее, обращает к вечным ценностям, которые во все времена были источником несокрушимой духовной силы, единства и величия России. Сегодня, как и во все времена, православная вера служит нам опорой в защите Отечества и в общем труде на благо нашей Родины, Великой России. Дорогие жители Тверской области, пусть праздник Светлого Христова Воскресения принесет в каждый дом радость, любовь, веру и согласие, доброго вам здоровья, душевного тепла и семейного благополучия. Христос воскресе!